А это мы уже на самом озере Дружба. Летом мы тут снимали вертолет, как он заправлялся, чтобы тушить лесные пожары. А это вот такой лед. Так хотелось снять лед поближе, чтобы пузырики были видны. Вот такой вот, чтобы был. Как в детстве, когда мы ходили на наш пруд. У нас от дома метров 100 пруд был. Мы его называли Став Сидоровка. Вот. И тоже зимой ходили. Но там так красиво было. У нас не так холодно на Дону, как здесь. И поэтому лед, когда застывал, он застывал такими красивыми узорами. А здесь вот пузырями. Ну, пузыри тоже красивые. А по выходным дням тут, наверное, парапланеристы катаются. Сегодня четверг, поэтому нет. Но ветер ужасный. И лед блестит красиво. Хоть и холодно, а все равно здоровско. Куда пойдем? Туда? Ну пошли. Вон следов сколько. Кого тут только не ходило. Совсем-совсем не лед, а у меня были эти валенки скользкие. Вот смотри, глубина какая видна. Эх, жалко, что смартфон не передает, что там тройная такая какая-то. Так интересно, раз застыл, два застыл, несколько слоев. Вон еще красивее. Ой, сейчас шлепнусь. Ой, ой, как красиво, смотрите. Такое ощущение, что как вуаль какая-то такая вот складочками лежит. Еще поползли. Да ничего, вон там что-то видно кусочками. Да, надо уже делать смартфоны с возможностью 3D съемки. Вот смотрите, какая красота, боже мой. А вот тут, вот смотри, там даже что-то белое. Ну-ка, конечно, боится. Не. Ой, ой, а там как будто бы пузырьки такие. Как поднимались они, и вот прям свет вот этого поднятия прям видно. И тут опять вот валька. Ой, а вот тут прям, вот мы стоим наверху, да? А там ощущение, что там внизу еще несколько слоев льда. Я дальше боюсь. Тут вот темный кусок, ну в смысле плотный такой, непрозрачный лед. Здесь прозрачный. А вон там на нас вертолет летит. Ой, вот тут вот прям, а здесь прям вот стена. Прям стена замерзла, такая перпендикулярная.
А потом дальше лед. Так здорово. А не видно вертолет. Не видно, улетел. Зато слышно. Трескается, конечно, он. Но он трескается не потому, что он тает, а потому, что холодно. Вот трещины какие красивые. Красивые? Да. О, какие. Как будто фату сняли. А вот у нас-то там, на Сидоровке, они прямо вот с льдами такими пузыри застывали. Здесь вот они как полосочками такими. И мелкой, вот мелкой-мелкой россыпью. Что?